об авторе. Мэри Кэтрин Бакстер родилась в Чаттануге, штат Теннесси. Она выросла в Доме Божьем. Когда она была еще девочкой, мать рассказывала ей об Иисусе Христе и спасении через Него. Кэтрин родилась свыше в возрасте 19 лет. Она несколько лет служила Господу, но затем на некоторое время отступила от Него. Но дух Господень не оставлял ее, и она вернулась и снова служит Ему. В середине 60-х годов Кэтрин с семьей переехала в Детройт, штат Мичиган, и оставалась там некоторое время. Затем она перебралась в Белвиль, в том же штате, где ее начали посещать видения от Бога. Служители, лидеры и святые Господа очень высоко отзываются о ней и ее служении. Движение Святого Духа присутствует на всех ее служениях, на них происходят многие чудеса. На проводимых ею собраниях проявляются дары Святого Духа. Ее ведет Дух Господень. Она всем сердцем любит Господа и превыше всего стремится приводить души к Иисусу Христу. Вот уже свыше 24 лет Кэтрин замужем за Биллом Бакстером. У них 4 детей и 6 внуков, которые помогают ей в ее служении. Она – подлинно посвященный служитель Господа. Ее призвание относится прежде всего к сфере видений и откровений. Служителем она была рукоположена в 1983 году в Церкви Бога Полного Евангелия в Тейлоре, штат Мичиган. Сейчас она служит в Национальной Церкви Бога в Вашингтоне, федеральный округ Колумбия. В 1976 году, когда она жила в Белвилле, ей в видениях и откровениях начал являться Иисус. С тех пор Господь посещал ее много раз. Во время этих посещений Он показал ей глубину, размах и уровень мучений погибших душ в аду. Она также получила видение неба, периода скорби и конца времен. Одно время Иисус являлся ей каждый вечер в течение 40 дней. Он раскрыл ей ужасы ада и славу неба. Он передал ей послание для всего мира.